соответственно, я пугаюсь, разворачиваюсь, делаю и контратака. Да? То есть это так называемый классический бункарь. Еще раз. Захват или просто даже коснулся плеча. Сразу атака. Я вращаюсь, захватываю. Эта рука у меня находится вот здесь. То есть, соответственно, я могу и сразу атаку здесь носить. И поднимаю здесь. Хасами, ножницы. Эту руку тяну сюда, эту руку тяну туда. И одновременно двигаюсь дальше центра, его центра тяжести. Вот центр. Вот он здесь. Контроль руки, атака. Я испугался, атакую. Второе. Он меня рвет. Я бью сюда и двигаюсь. То есть следующее. То есть следующий бункай, он состоит из этих двух бункай. Идет захват, дергает, вращение. Я отсюда место уже йоко-учи делаю уракен. Да? Уракен, захват. Пам. Захожу и сюда. Атака. Головой в пол. Пам. И затылок. Идет захват. Я вращаюсь. Сразу же бью его сюда. Кири. Да? Захожу за него. Вращаюсь сюда. Головой в пол и атака. Ну, вот здесь вот, в основании черепа. Очень больно. Или сюда. Это бункай из кота Сенчин. Идет атака и сразу же уракен. Уронил, не уронил, здесь ситуация. Дальше он там, представляет, что он выдержал эту технику. Идет следующая атака. Гякудзуки. Куриуке. Я вхожу к нему в клинч. Атакую. Дальше все, что угодно может быть.